пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Та'ти аль-бакра валь-имран йаум аль-кияма, кааннахума гамаматан, ау фирқан, мин тайри саваф, юхаджани ан сахибихима». В судный день придут две суры: аль-бакра и аль-имран. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Икра аль-бакра ва аль-имран». Читайте аль-бакра и аль-имран. В судный день они придут подобно двум тучам или подобно двум стаям птиц, будут заступничать за того, кто их читал в судный день. Тебе, человеку, скажут: «Сарахт, ты что-то своровал, кадибт, обманул, тут такой-то грех совершил». Эти две суры будут заступничать: «Я Аллах, мы просим заступничество, я Аллах, прости его». Субханаллах, какое великое благо, какая великая милость, уважаемые братья и сестры. Поэтому родителям оденут часа Корана короны на голову, и будет одежда из жемчуга, из драгоценностей. А сам чтец Корана, как говорит имам Шатаби: «Фама ваннукум бин наджли инда джазаихи, уляика ахлю Аллахи ва сафвату аль-мала». А что вы хотите ли знать, говорит, что вы думаете о том, кто сам живет с Кораном, кто чтец Корана, кто выучил Коран? Уляика ахлю Аллах ва сафвату аль-мала. Это люди ахлю Аллах, семейство Аллаха, приближенные люди к Аллаху. И элита судного дня. Элита судного дня. Ла хавля ва ла куввата илля биллях. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ахлю Аль-Кур'ан, хум ахлю Аллахи ва хассату». Поистине, ахлю Аль-Кур'ан, люди Кур'ана, те, кто живут с Кур'аном, читают Кур'ан, заучивают Кур'ан, любят Кур'ан, это семейство Аллаха и приближенные люди к нему. Потом у них есть сифаты, у них есть описание, какой же должен быть тот человек, который читает Кур'ан. «Улю аль-бирри валь-ихсани вас-сабри ват-тука хулахум биха джаа аль-Кур'ану муфассала». Говорит имам Шатиби: «Улю аль-бирр валь-ихсан» — это те люди, что в тебе зарождает Кур'ан. Воспитывай тебя как Кур'ан. «Улю аль-бирр» — благодатный человек. «Валь-ихсан» — тот человек, от которого исходит добро, как себе и так по отношению к другим. «Вас-сабр» — терпеливые люди. «Ват-тука» — и богобоязненные. И потом имам Шатиби красиво сказал: «Это одежда часа Кур'ана». То есть одежда, человек любит, например, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инна Аллах джамиль юхиббу джамаль». Аллах красивый, любит все прекрасное. Верующий одевает чистую, хорошую одежду. Но, однако, одежда есть как хиссия, как вот, которую можно потрогать, увидеть. А есть еще ма'навия, скрытая одежда. Именно часа Кур'ана, это в чем она заключается? В четырех вещах. Аль-бир, аль-ихсан, ас-сабр, ат-тука. Аль-бир, все благое, все хорошее. Аль-ихсан, добро и так далее. Ас-сабр, терпение. Вот тука, богобоязненность. Вот это одежда, рубашка часа Кур'ана.